государственного учреждения... Патиенко, Рыбченко, Мороз и Савкины. В финале конкурса приняли участие 4 бобруйские семьи. Мамы, папы и их дети презентовали свои традиции, демонстрировали творческий потенциал и представляли фирменные блюда. К заданиям все подошли со смекалкой, юмором и задором. Принимают участие семьи предприятий Первомайского района. Отбирались они путем подачи заявок, заявочного материала. В заявочный материал входила фотография, сама, собственно, заявка и мини-эссе о семье, о зарождении семьи. Участники достойно представили дружные, сплоченные коллективы, поэтому определить победителя было не так просто. Однако по итогам всех состязаний титул лучшей молодой семьи получили супруги Рыбченко. Андрей и Алина растят 5-летнюю дочь Ксюшу. Папа работает начальником бюро технического контроля на Бобруйска Громаш. Мама трудится на этом же предприятии, в отделе технического контроля. Решили рискнуть, попробовать. Никогда раньше не участвовали. Вдруг повезет. Как бы и ребенок подрастает, чтобы тоже видела, принимала участие, активную жизнь вела. Предстоит еще вся школа впереди, в саду она везде участвует уже. Поэтому и от нее не отбиваемся, чтобы она тоже за нами была. Все праздники мы всегда отмечаем вместе. Новый год – это вообще наш, наверное, один из самых любимых праздников. Когда есть возможность летом, мы постоянно выезжаем на природу, ребенка вывозим в какие-нибудь развлекательные центры, чтобы ребенок отдохнул, развлекался с сверстниками. Конкурс проводится уже в 6-й раз. Главная задача – сплотить семьи Бобруйска и показать ценность отношений подрастающему поколению. Людмила Любимцева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.